Ассаламу алейкум. Теперь отдохнуть, посмотрим, что-то как. Расскажем дороги, все подробно. Едем в Орлы на двух черрих. Вот один, вот другой. У черри цвет поменяли. Если что, расскажу почему и как в одном из роликов видео. Вот так, едем на двух черрих. Теперь уже красный и серый. Наши. Ласточки, два черри, короче, один красный, другой серый, да? Вот они. А здесь домики, такие типа маленький бассейн, там у каждого домика получается. Вот дальше наши домики, сейчас покажу. Мы приехали сейчас, дороги так немного устали. Буду рассказывать, что да как. Домики сейчас сколько не знаю, сколько были стоят. Я не знаю, я не общался, я только приехал просто. В основном общался такие. Вот. Сейчас подойдем, поинтересуемся, что да как. И дальше. Да? Вот такие типа бассейны маленькие. Кажется, для детей. Вот домики. Где замки стоят, они свободные. Где замков нету, свободные. Он там общается. Вот. Че, как домики? Домики? Да. Саки? Реально блогер тут. Да, конечно. Робот телефон, да. А, вот он. Комната, кровать. Кажется, по кровати по два человека. Как я понял. Здесь другая комната. Тоже. Примерно вот так. Окна. На окнах без. Есть минус, как я понял. Без москитных сеток. Это то же самое. Будет, думаю, если будет жарко, а тут, наверное, будет жарко. Будет трудно. Вот такой проявились, типа. Уважаемый отдыхающий, просьба одеяла и покрывала из домика не выносить. Штраф 5000, мусора выносить. Сырные баки, потеряли ключи, замену новую, или штраф 500 тенге. Соблюдайте чистоту. Вот такой, типа простенький. Ничего лишнего. Тумбочка одна и все. И в другой комнате то же самое. Деревянный. Вот, приезжайте отдыхать. Шашлык мстит. Поели дыню, такое место, короче, место для еды. Есть там холодильник, как я понял, еще там плита. О, Саке ушел. Мы только что дыни, арбуз поели. Вот. Тут бассейн. Чуть почище, чем там. Здесь мусор. И вон наш шашлык готовят. Собираются готовить. Джарек, гуджу. Пропаганда. Утро нажили. Так, я заготовил шашлык. Баранина. Я корячка.
Аж все на рынок ушли, мы остались. Хозяйничать. Подписываемся, ставим лайки, будьте с нами. Просто банянку надевать. Платный где твой? Платное место. Ну, да не надо. Дима, знаешь, не мяло. Вот, накрыли дастархан. Там еще готовятся. Сейчас вот едят. Вот такое мясо привезли с собой. Либо сделаем куртак. Ну, здесь сердце или типа того. Все удобства есть здесь. Газпита, баллоновый газ, посуда, посуда, все тут. И вот опять же мясо. И тут мясо. Посмотрим, либо курдак, либо шашлык. Сейчас наши голосуют на шашлык, короче. Фоткаются. Там дети купаются. Еще солнце светит. Хоть и вечер. А там шашлык. Вау! Решили пройтись, посмотреть, что да как. Это типа центральная улица. Мы идем. Центральная улица. Кафешки всякие. Рестораны. Гостиницы. Дома. Детский аттракцион. Так, заходим в дом перевертыш. Так. Смотрите. Это... Что это? Что это? Как это называется? Коридор. Коридор. Картинки перевернуты. Диван. Даже смотри, мама, наверх. Даже перевернутые игрушки как-то приклеили. Тут даже жанг один, все. Прикинь, сейчас открою, она упадет. Так. И даже вот это вот, как его там? Да, типа того и работает. Так, заходим в следующую комнату. Это прям казахша комната. Опа. Тут диван, она мягкая сейчас. Стой. Получше, смотри. Да.
Шухлар. Мягкая. Типа... типа клем. Как ногами, да? А, туалет. Тут даже шампунь есть. Сейчас попробую взять. Не берется. Не берется. Смотрите. Так, ванна. А что? А что вам? Ну, смысл-то там же нету воды. Вот. Это я с двумя камерами. Даже да, тут венчик под него отсоли. Фоткать. Так. Смотри, стены. Так. Телевизор перевернутый. Тут тулькнул жены. Как его там? Сандык. Пол бзе типа гасит. Я людей вижу теперь. А, смотри, машина перевернутая. Вроде дом современный, а еще такой, знаешь, казакой и старый такой. Клем. Надо и курпищи. И жангахтар. И сыт кымас или что там? Сейчас, подождите минуту. Так. Смотри, теперь смотрим кухню. Смотрите. Тарелка, все, сон один. А, стул один. Все перевернуто. Смотрите, у нас тут исторический. Тоже с... от Шилдара. А тут у нас замановая техника. Как-то странно, да? Там шоколадка альпингует. А поэм. Даже до пылесоса есть. Вот эти все шкафчики можно открывать. Видите? Чук. Закрываем. Порвали вот эту коробку. Ой. Вот. Вот и весь обзор. Надеюсь. О, смотрите, котик. Все. Весь обзор закончен. Рекорд, Let's go! Хаш, хаш, хаш! Let's go! Так выглядит закат. Люди еще купаются. Закат был красивый. Я забыл снять, а просто сфоткался. Ты сиди. Я резко горкал не вижу, вина у артрат не вижу. Так и придумали, сделали ручное.
Прикольно выглядит. Романтика. А здесь батуты, а там закат. Лежаки. Вот так. Это место для фотосессии, короче. Видно, приятно, красиво. В общем, тема. Память героя. Один, кель, один. Картошка с мясом. Вкусно. Кель и кюмка. Здорово, народ, салам алейкум. Вот в 11 проснулись. Сейчас 12 дня. Или обед, как будет правильно. Вот. Сейчас собираемся, думаю, в горы. А там дальше больше посмотрим. Наверное, до вечера будем здесь, в городе. А потом домой. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставим лайки. Оставляем позитивный комментарий. По ценам ориентировочно. Домик один, домик обошелся на 6 человек. 20 тысяч. Это на воскресенье. Не знаю, будние дни будет дешевле или нет. Мы арендовали 2 домика. Практически на сутки. Вот так примерно. Приехали покататься на катамаранах. Взяли лодку на 10 человек. Обошлось 12 тысяч с этим, ну как, водителем, или как будет правильно. Сейчас находимся вот возле катамарана. Да. А обошлось лодка. Лодка или не знаю, как можно правильно. 10 тысяч с водителем. 12 тысяч с водителем. А если просто без этого? Тогда бы обошлось где-то 10 тысяч. Из-за этого 2 тысячи за... Ну, блин, я не знаю, как правильно будет, если что. Вот. Оставайтесь с нами, подписываемся. Мы будем показывать и рассказывать про цен, какие есть, что по цене и как. Идем вот на этот островок, камень, гору Чумбахтас. Будет рассказывать что да как получается. Это более кто? Это типа при что или как? Слон. Это типа как его там? Слон. Коль он сказал, вроде бы точно не расслышал. Адмана Жумбахтас. Пит рассказывает. Thank you.
прохана. Племянница. Ее мама, папа в городе, она отдыхает. Привет ты. Привет. Как дела, Аня? Как рад. Салем ли? Салем. Халай сындарди. Мы на камне, Жумбахтас. Я не могу отпускать ее, я снег гуляю, короче. Отвечай за нее, получается. Сделали такой небольшой круг Чумбахтаса. Пофоткались наверху, побывали. Там есть услуга на 3000, типа с дрона фоткать, сделать фото и видео. Сравнивать с этой и с этой, короче. Дрон. Дим, да? Такая лодка. Вот здесь самое удобное. Парнишка общительный, хороший. Приколись еще. Нет, прикалывайтесь. Приходите сюда. Удобно. Иди такой. А здесь парковка. Конечно, платная. 1000 тенге. Вон он, красная. И вот здесь такие машины. Вон находимся. Юрты тут очень много. Вот здесь. Видите, да, юрта. Дальше там. Ну, сегодня понедельник, но людей очень много. Прям прям хватает здесь людей. Парковки все забиты. Это круто, конечно. Туризм развивается у нас в Казахстане. Приезжайте. Очень красиво, приятно. Смотрите, здесь из металла сделано вот такие. Или, не знаю, батыров. Вот так выглядит. Идем. Здесь можно сфоткаться.
в Египте, что про 10, да какой 10-20, ездили на море отдыхать, не забудьте. Всю семью друзей и родственников брать, монета вам на удачу. Неге түсірмейатсыңдар? Вот так. Вот так. Вот так. Да, вот так поднимаемся на верх. Мне тоже так кажется. Потому что... Ты? Нет, конечно. Сама такая. Она же там очередь пикетит. А? А помнишь круг кона? Сколько раз? Не понял, не помню. А, первый гонда. Половина, короче. Там дальше гора. Там дальше гора, короче. А мы до середины дошли. И думаем, то что, дальше идти или как? Сидим и думаем. Вот, короче, дошли до середины. Там еще есть половина, кажется. Остановились отдохнуть и решили, что дальше не пойдем. Просто сейчас уже 4 как бы вечера. Ну или вечер, как будет. Дня, 4 часов дня, короче. 16:00 вроде бы. Есть часы? Нету, да? С племешом стоим. Устал? Устали, короче. Лучше решили пойти искупаться, да? Да. Думаю, лучше пойти искупаться. А потом ближе к вечеру домой устану, да? Так решили, подумали. Вот. Оставайтесь. А мы вот сейчас в горах сидим. И думаем, подниматься или нет. Наверное, не пойдем. Дальше будем спускаться вниз. Немного в центральном пляже искупаемся. Ну, вроде так и называют. А дальше, дальше домой поедем, походу. Сейчас посмотрим, как выстоит. Там вода видна. Да. Вода. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте с нами. А я не прощаюсь. Еще будем снимать видео. А тут уже озеро видно, видите. Мы уже на половине, видите, наверху. Вроде и хочется. А вроде и устанешь. Поднимешься, поднимешься, спустишься. А вот потом искупаться желания не будет, наверное. Выбираем вариант. Искупаться? Да. Мы выбрали вариант искупаться. Я захотел покупаться. Мы решили попробовать. Так прикольно. А вот хочу вот. Неудобно? Да. На лошади было бы удобно? Да. Я же тебе говорил, лучше на лошади. Собираемся домой. Почти 8 вечера. Еще светло, солнце светит, люди купаются. Но я сам не успел искупаться. Ну, бегал туда-сюда, ходил, в общем. В следующий раз приедем, искупаемся. Наши некоторые искупались уже, побывали в воде моровой на озере. Я не успел. Все, едем обратно домой. Наш как бы уикенд закончился этим. Было круто, понравилось. Куча эмоций было. Приезжайте отдыхать в Боровое, за город, отдохнуть от суеты городского. Подписываемся, ставим лайки, будьте с нами. А я не прощаюсь, говорю, до новых встреч.